Привет всем! За мной стоят два аксиала, первое и второе поколение. И сейчас я достану прицепик и снимем небольшой ролик. Посмотрим, как на этом прицепе ездить, как Джон, которого нету в кабине, между прочим, будет тянуть второй аксиал по снегу, да. Самое важное, по снегу. Thank you.
Ну что, тест-драйв данного прицепа показал, что штука достаточно интересная. Тем более грузить сами же трофейки размером 1 к 10 очень весело. Это не тот прицеп от Индеги, который у меня был до этого. Чуть-чуть дешевле стоит, но выглядит менее эффектно. Этот классно смотрится, и перевозка грузов на нем достаточно веселые занятия. И ну, для съемки, мне кажется, это интересно. Но, друзья мои, зимняя эксплуатация на нем очень сложна. Потому что, да, вот здесь вот по дороге едет, по расчищенной. Снег, естественно, он не едет, застревает. Даже вот на таком расчищенном, на такой расчищенной поверхности, если будет какое-то, ну, препятствие, скажем так, да, небольшое, то есть вот так вот, ну, так, такая вот будет горка небольшая. Все, прицеп встает, и аксиал будет буксовать, потому что зацепа реально не хватает зимой. Ему самому-то бы ехать, да, а здесь еще груженный, блин, второй аксиал на прицепе. Эта масса достаточно, ну, большая для него, и зацеп здесь как бы очень минимален. Поэтому летняя эксплуатация будет очень проста, и там тяги будет всегда достаточно. Ну, единственное, грязимес, конечно, вряд ли. Вот, в общем-то, штука интересная, веселая, даже могу рекомендовать к приобретению, но, говорю, зимняя эксплуатация сложна. Что-то снять нужно будет, еще попытаться что-то снять и искать ровную поверхность. Вот, но летом на нем будет реально очень круто. Ну и подсветка есть в комплекте, это уже, конечно же, плюс. Друзья мои, все, до встречи, ссылки в описании. Пошел еще чуть-чуть покатаю, потестирую. Пока!